Единороссы Сыктывкара на заседании дискуссионного клуба подвели итоги реализации национального проекта «Городская среда». Участие в нем приняли 5 муниципалитетов Сыктывкар как столица республики, Воркута, Инта, Жешерт и Емва как монотерритории. Всего из федерального бюджета на благоустройство дворов и общественных мест регион получил 131 миллион рублей. Говоря о недостатках реализации проекта, собравшиеся назвали сжатые сроки подачи заявок и нехватку информации. И из минусов, я могу сказать, по общению с гражданами, которые участвовали в этом проекте, им не хватило консультативной помощи от органов местного самоуправления. Для проведения ликбезов участники дискуссионного клуба предложили организовывать десант экспертов, который ездил бы по муниципалитетам и консультировал жителей. Впрочем, основной сложностью назвали все же низкую активность самих граждан. Решение об участии в программе они должны принять на общем собрании, но провести его пока получается только там, где есть несколько активных собственников, которые мобилизуют соседей. Жители его просто игнорируют. Отметим, что реализация городской среды продолжится и в 2018-м. Сумма, выделенная Москвой, при этом почти не изменится, но конкуренция станет жестче, принять участие в проекте смогут уже все города и районы, поэтому власти Коми приняли решение выделить дополнительно 55 миллионов рублей из казны республики.